Rachel had left me a message to meet her in a cinema in Paris, where her investigations had led her. Unfortunately, Paris at that time was plunged into chaos as fascist riots were shaking the city. As if the world had already succumbed to madness. Ну что, ребята? Я надеюсь, на время моего отсутствия вы не скучали, так как я записал серию Nightmare Creatures, предыдущую четвертую, заблаговременно до отлета, и вы не скучали. Сейчас я вернулся на родину, и мы с вами продолжаем ночные кошмары Nightmare Creatures. И это самая моя любимая игра и самый мой любимый уровень. Сегодня будет все максимально качественно, обещаю вам, и интересно. Давайте сразу мы парня попинаем быстренько. Я думаю, проблем с ним у нас не будет. Мы сейчас его запинаем. Музыка какая здесь играет, ребята, просто чума. Навевает такие дикие, ностальгические просто воспоминания, ребят. Я знаю, из вас есть ребята, которые со мной тратили кучу времени на прохождение, сидя у меня в гостях. Я знаю, есть такие. Напишите в комментариях, отпишитесь. Так как я помню те времена, когда мы перед школой, учась еще во второй смене, это класс, может быть, восьмой был, что ли, если не седьмой. Вот, поэтому, сидя перед школой, мы зависали в Nightmare Creatures, а иногда и приходилось опаздывать на занятия, на уроки. А иногда и вовсе прогуливать. Но это было пару раз, ребята, это я помню. Так, сейчас мы вот фаталити добивалити сделаем. Отлично. Нехорошо так, конечно, делать, но эта игра была для меня второй самой любимой после Дюны. Третья уже у меня была... Диабло, первая часть. Это были просто бомбические времена. Это было и жутко, и интересно, и невероятно сложно, ребят. Да, это было сложно, когда ты не умеешь делать комбо, когда ты не можешь рубить противника. Это дико доставляло дискомфорт. Здесь тактика выжидания. Главное не дать ему ударить сверху, иначе он вас положит на ноги. Так, он ушел за текстуру. И я, кстати, не знаю, что с этим делать. Как с ним вообще... Так, можно кнопку динамо сделать, продинамить его. Вот первые баги, к сожалению, ребят. Я не знаю, как игра дальше поведет себя с такими багами. Но сейчас попытаемся выйти из положения. Все, он там завис. Пусть себе зависает. Сказал я в начале. Что это было? Что прохождение будет максимально качественным, но уже баги в игре. Ну ладно, это, как сказать, это в игре баги. Это не я там туплю. От меня будет все максимально качественно. Сейчас главное мне хпшку найти. А их здесь в игре предостаточно. Что там такое? Кат-сценки были. Какие-то, кто-то где-то вылез. Ножичник, да. Иди сюда, дорогой, давай. Так, а ты чё меня динамишь? Вот и как с тобой быть? Он сейчас из-за этого кретина теперь завис.
И чё, сейчас все так враги будут, что ли? Алло! Ну ёкшкин барашкин. Вот тебе и качественное прохождение, ребят. Пинать я его буду, наверное, сейчас тогда утра. Давай вернемся к бензопильщику. Может, он там отлагал. В чем я, конечно, сомневаюсь. Ибо придется заново проходить. Пока мы недалеко ушли. Так, главное самому сейчас баги тут не словить. Не, он не хочет работать категорически. Давайте попробуем допинать. Может быть, получится все-таки, не проходя заново. А то мы как бы 8 минут времени уже потеряли. Из-за этих куликов. Так, ребята, вроде бы я его победил без багов. Сейчас проверим. Правда, мне пришлось трижды перепроходить, так как были другие баги, к сожалению. Так, я думаю, сейчас с ножичником мы быстренько справимся, решим проблему. Так. Ну и вот тактика простая. Пинаем, один раз ударяем. Пинаем, один раз ударяем. Два раза его ударять нельзя. Иначе вот такая ответочка прилетит. Просто запинываем. Так. Успею подобрать? Отлично. Так, котик. Так, не срубило ему ничего. Окей. Да блин, надо короткие комбо делать. Так, что такое? Я хотел сделать добивание, и как я только нажимаю добивание, сразу лагать начинает. Да. Опа! Вот, ребята, с первой части большие вот эти вот монстры. Сейчас будем вспоминать, какая тактика с ними. Ну, по-моему, такая же, как и с обычными. Хотя, не так все просто. Алло. Так, жизни совсем мало. Так. А у него жизни очень много. Так, я тебя понял. Так, а продолжить у меня, в смысле, продолжить с какого места? Так, ладно, зато полные жизни, ребят, поехали с новым зарядом. Сейчас мы быстренько всех их... Почему-то не работает оружие. То есть огонь не сработал. Я не понимаю, как это в принципе работает. Так, спасибо на том, что всех врагов заново не надо убивать. Сразу с тебя начнем. Так, окей. Так. Ой-ой-ой, что-то аж пролагало. Ему не понравилось. Опа. Давай, отход. Так отнимает ему капец просто. Ты смотри, он не дает комбо доделать. Вот, уже без руки. Так, не дал ему
не получилось им сделать добивание. Так, с ними вот еще надо повспоминать, что нажимать и что делать-то. Так, мне надо полечиться сразу. О, мыкает! Дятел этот пришел. Так, вот такой удар нам надо избегать. Так. В принципе, вот и тактика вся. Сидишь в блоке, ждешь, когда он сверху ударит. Как только он замахивается сверху, сразу из блока сносящий удар делаешь. Не, ну можно пожестить чуть-чуть и руку ему отрубить. Потом бошку отрубить, и все, в принципе, соперник простой на самом деле. О, тут разве... О, там еще заспавнился. Это разве было тут в оригинале? Я не помню что-то. Отлично, здесь место для сохранения. Это вообще прям песня, так как здесь баги на багах. Так, получил он. Вот и все, башка аж улетела. Так, ребят, надо сохраняться тогда, чё? Тут чё? Подожди, не, давай мы туда пока не пойдем. Мы сейчас сохранимся, а потом туда пойдем. Так, перезаписываемся обязательно. Так как я играю на эмуляторе, и у меня нет карт памяти, да. Они в смысле есть, у меня даже приставка с игрой есть, но сейчас у меня нет такой возможности, чтобы там карту памяти вставить. Так, здесь что? Отлично, пульки. Так, здесь у нас тайник какой-то, наверное. Ага, здесь просто декорация, просто текстура. Так, большой дядя там ходит. Нам надо к нему выйти, я думаю. Так, что тут есть что-то? Нет. Подзабывается немножко. Так, окей. О, он меня прям на проходе встречает. Вот так, разрывные пульки сразу заюзаем, чтобы с ним геморроя было поменьше. А то это слишком геморно. Да ёб твою мать, ну нет, только не баги. Ну ёба твою. Алёша, блин. Ладно, ребят, сейчас будем загружаться. Так дело не пойдет. Видите, баги на багах просто нам вообще не дают пройти игру. Не знаю, я даже, наверное, вырезать это не буду. Как-то что-то геморно. Сейчас загрузимся просто и все. Так, это мы видели. Rachel had left me a message to meet her in a cinema in Paris. Извините меня, что так. Это не я косячу. Paris at that time was plunged into chaos as fascist riots were shaking the city. As if the world had already succumbed to come to come to madness. Зато сработало оружие использования пулек. Вот это меня удивило немножко. Так, но сейчас у меня ни пулек, ничего не будет, да? А нет, будет, отлично. Так, чё, попробуем не использовать сейчас пульки, а сразу пойдем в атаку. Давай, бей. Так, ударили, отошли, ждем его атаки. Как только начинает стучать, ой, что-то я много комбо сделал. Вот он только стучать начинает, делаем комбарь или просто бьем. Он психует ужасно просто. Добивание.
Я так понимаю, что он здесь просто его задушил, вот и все. Воу! Воу-воу-воу! Воу! Вот это вообще неожиданно было. Черный зомбик. Обладает повышенной стойкостью к ударам. Жизни побольше. Вот и все. Аптечку, наверное, оставим, я думаю, пока до лучших времен. Ну что, ребят, надеюсь, дальше без бага все будет. Ага, динамита нет. Значит, возвращаться нам нужно назад. Так, не надо в дверях застревать. Иначе это будет вообще полная фиаско. Так, идем назад, значит. Так. Вот сюда. Вот сюда. Тогда доисследуем Локу до конца. Здесь, скорее всего, и динамит будет сейчас. Так, нету тут. А тут что? Нету. Ага. Окей. Что здесь? Ой, страшно туда идти. Можно не вернуться. Так. Ну я, ребята, окончательно запутался, так как я динамита нигде не встретил. Ага, тут еще проход есть. Я все позабывал, ребят. Так, кто не... Твой скачет из-за угла, да? Ну, это самый простой соперник. Просто его бесконечно добивайте комбарями. Главное ему не дать ударить в захват. То есть, как только он нападает, вы сразу преимущественно ударяете и быстро в блок. И все. Он провел свой первый удар, и дальше можно его просто уже рубить. Вот. Так, вот сейчас бы не помешало бы сохраниться, но, к сожалению, такой возможности у нас нету. И я думаю, она еще появится не скоро. Блин, саундтрек. Сам город просто шедевр. Я не устану это повторять. Так, окей. Я уже думал, сейчас динамит бы еще не использовать. Бабах. Мои поздравления. Проход в город дальше расчищен. Так, тут ничего не спряталось, никаких ништячков, тайничков. Тихо, там дядя. Там большой дядя. Вот, ударили в блок. Все. Опять. С налетом хорошо он прям рубит. Но короткие комбари тоже неплохие. Так, аптечку я где-то тут видел. Вот она. Как-то она отображается некорректно. Это мост? Или что это? Или это лестница такая? Давай посмотрим. Что тут у нас есть? О, заморозка! Легендарно, шедеврально. Оружие у нас теперь есть. К сожалению, нельзя это оружие сохранить на следующий уровень, на следующую стадию. Так что смысла копить оружие, собирать нету. Так, сейчас посмотрим, что здесь. Так, сюда не пускают, нужен ключ. Значит, идем прямо. Так, что такое? Смотри, как он летит. Это что за дистанционные атаки сейчас были? Ой, багованная игра, ребята.
Так. Все, как у него, только у него башки не остается, он безопасным оказывается. О, пропустил удар, и он меня укусил, скотина. Так, все, быстренько с зомбиком расправились. Так, подожди. Все, нам сюда. Я уже запутался немного. Подожди, нет. Все правильно, значит. Налево поворачиваем. Так. Здесь что? Никуда пока. Здесь, наверное, просто перепрыгивать надо. Так, подожди. Еще один динамит. Серьезно? Где? Ребят, где еще один динамит? Чё-то какие-то баги. Других проходов я здесь не вижу. Так, это ХПшка. Мы ее сразу возьмем. Так, отлично. А где искать динамит? Ага, вот проход между домами, который так прям не видно. Тщательно замаскирован он. Ну, давай, где ты, я тебя слышал? Выходи, обезьяна. А, две даже обезьяны. Вот, видите, он хотел контратаку провести. Ой, хорошо, так его закомбили прям. Вот здесь, скорее всего, и динамит. Так, там вниз можно спуститься. Там этот баклан с бензопилой. Тогда давайте вниз спускаемся сейчас. Ну, Алёша. Оу. Воу-воу, нежданный спаун. Так, нет, ты меня сейчас ударять не будешь, так. Понял? Ну все, это чисто тефтели уже. О, меня мыкает вот это вот. Лягушка тухлая. Так, минус одна. Там еще вторая есть. Я лучше вот, ей-богу, использую оружие. И порублю эту скотину. Потому что это, блин, сложный соперник. Здесь и динамит, кстати. Там еще ХПшка внизу есть. А, нет, тут удушье, черепок. Так, динамит. Так, туда нам не дано плыть. Ага, ключ там. Значит, динамит наш скрывается за той решеткой, что под ключом у нас. Так, берем аптечку. Аптечка. Так, чувак, где тебе тут выплыть-то? Отлично. Ну что ж, возвращаемся назад. Если б я сейчас с ящерами с этими дрался, это было бы все. Мы бы надолго бы застряли и, возможно, все жизни потеряли. Так как, повторюсь, с предыдущей серии, ребят, это один из самых сложных противников, врагов, которые в игре здесь встречаются. Так, посмотрим, кто заспавнится у нас по дороге назад. Так...
Направо и прямо. Так, сейчас вспомню, где эта решетка под ключом у нас была. А, вот здесь сразу. Наверняка здесь динамит. Я не помню, ребят, но чую. Иначе здесь больше идти некуда. Надеюсь, что вот этот путь будет не такой прям далекий. Длинный. Пока не будем сохраняться, пока не найдем динамит. Так, аптечка есть, это хорошо. А есть кто живой и не живой здесь? Оу! Так, там их двое. Окей, ну мы сейчас порешаем этот вопрос быстренько. Ой, еще и аптечку взял. Вот это вообще нехорошо получилось. Ну да ладно, сейчас со вторым справиться надо будет. Иди сюда, кринжовый. Что это вообще такое? Так, полегче. Не танкуем. Легко выбиться, как сказать, из колеи. Так, здесь что? Тупик? Нет. Что такое? Троллинг. Что-то там про вампиров. Кинотеатры там, я тебя понял. Так, здесь что? Жизни. Подожди, кинотеатры. Разве мне надо через кинотеатр проходить? Тут, кстати, пожар внутри, я помню, будет. Ой-ой-ой, как лагает все. Ой-ой-ой, как здорово-то их рубить. Так, второй ублюдок. Лучше короткими комбарями с ними справляться. Так как местность закрытая и есть вероятность, что мы промахнемся. Так. Здесь будет чувак, который очень сильно похож на стража. Из босса из первой части, ребят. Так, здесь мы двигаем это все. Где надо было сохраниться, я так чувствую. Может, вернемся, да сохранимся, ребят. Да ёб твою мать. Нет, нет, только не баги. Ёб твою мать. Спасибо. Я уже обосраться хотел. Не, надо точно сохраниться, иначе вот такие баги, это будет обидно очень. Так, пойдем. Хорошо, там есть доски были, которые можно проломить. Если бы досок не было, я бы так завис бы, застрял бы в этом. В этом шкафу, блин. В дверном проеме, точнее. Вот, сейчас полегче будет. Сохранимся, уже, как сказать, терять нечего. Так, перезаписываемся. Я думаю, мы за 15 минут-то пройдем игру. Ой, игру, уровень. Так как мы уже 23 минуты записываемся. С учетом нюансов тут, происходящих ранее. Так, ладно, идем смело теперь в кинотеатр. Сейчас будет один из моих любимых персонажей, вражеских, я имею в виду. Он мне очень прям нравится. Мне нравится, как он орёт. Его просто скопировали из первой части и, да, вставили сюда. Ага, сюда еще можно. Ну давай сходим. Кошаины тут, надеюсь, один он. Ага, нет, не один.
Так, удар. Так, стой, я тебя не вижу, а ты меня бьешь. Это читерство. Так, надо ему голову отрубить. И все дела. Так, смотри-ка, у нас прям пополняется оружейная, так наша сказать, мощь. Боевая. Так, патрончики. Все, ребят, можно сейчас смело идти уничтожать просто. Просто уничтожать. Так, у нас там жизнь была прямо где-то за столбом. Перед, после кинотеатра. И там фильм про вампиров. Вот афиша была. Так, сейчас мы это используем. Жизнь, вот, на полную. Вообще красота, ребята, фантастика просто. Так, двигаем к нашему персонажу. Здесь мы зависли немножко. Так, ключи, связочка. Так, там эти противные ребята. Их там несколько. Нет, он один. А звучало, как будто бы их тут несколько. Вот он, этот кинотеатр лютый. А, вылетела игра нафиг. Как меня это бесит, если честно уже. Уже никакого желания дальше проходить нету. Ну, что поделать. Так. А, я аж выбился, короче, прям. Куда идти, господи, подожди. Надо к кошакам сходить, там много оружия, оно лишним не бывает. Самый любимый уровень, и я уже пятый или седьмой раз переигрываю. Так, нет, здесь не кошаки. Подожди. Так, сейчас я потуплю минуты три. Крыша едет. Вот они, кошаки. Вот это читерский. Отвали нахер, заколебал. Жизни столько на вас потратил. Джойстик еще лагает, ребят. Кому не сложно, скиньте, пожалуйста, на джойстик мне денежку. Я уже полсуммы насобирал. Сейчас будем дальше забирать. Тогда я буду чаще играть в игры, где нужен геймпад. Вот. И надеюсь на вашу поддержку. Иначе это ведь можно чокнуться. Джойстик у меня старый. Ему уже сколько, сейчас скажу. Он у меня с 2014 года. Ой, да, с 15-го даже. Ну, короче, ему очень-очень много уже лет. Он уже очень-очень сильно устал. Вот. Такие дела. Так, ключи. Так, сейчас запинаем там дядю. И можно дальше, я думаю, уже нормально. Вот что это за баги в углу? Это паутина так отображается некорректно. Так, сейчас быстренько мы его допинаем. О, это, а чё, в смысле? Я тебя пинал вообще-то. А, или я далеко сильно стоял, и пинок мой до него не долетел.
Вон, багает паутина. Так, ну что ж, пора вас познакомить с моим любимым персонажем. Вон он, занавески открываются. Он метается, я вот не помню тактику. Жалко, он здесь только один раз нам встретится. За всю игру. Такой клёвый персонаж, жизни много. Так. Черепочек ему, потому что с ним довольно-таки сложно справиться. Прости, чувак, но это была вынужденная мера. Так, их двое здесь всего. Это радует. Со вторым тогда повоюем, покажу вам что-то как. Ой, какие тут сцены жуткие. Так, а нахера я сюда пришел? Так, подожди. В коридоре, да, он? О! С ног сбивает еще. Видите, сколько у него жизней? Так. Чувак. Придется тебя заморозить. Сильно геморный ты. Так. Я вот так и не понял. Мы сюда тупо за ключами, да, приперлись, получается. Тут у нас ничего. Ага, вот отсюда ключи от приватной какой-то комнаты. Так, окей. А лестница наверх, от этого я не... О, еще один барабулька. Да дай я тебя порублю. Так, сильно танкую, рискую. Жизни нема уже. Будет фиаско сейчас проиграть. Так, что там? Пуля головосносящие. Отлично. Так, нам динамит вообще-то нужен. Мы как бы сюда за этим пришли. Ну и аптечка сейчас бы не помешала, хотя бы какая-нибудь. Ты смотри, что творится. Так. Окей. Делаем возврат назад. А, что-то я где-то опять пропустил. Да ну нафиг, не может быть такого просто-напросто. Ага. Окей. Значит, придется выйти с кинотеатра и вернуться на аллею, хотел сказать, на улицу, где еще ключи нужны были. Так, вот сюда, да? Сюда? Нет, это просто текстура. Так, стоять. Я вообще потерялся. Офигеть, это длинный уровень. Офигенно. Не зря я сохранился. Так, там кошарики были. А нам чуть-чуть другое место надо. Нам вот туда надо. О! О, это вот то, что надо.
Сюда, да? Нет, это текстура. А где я видел? Подожди, по-моему, назад надо. Совсем прям назад вернуться. Классно, сквозь решетки мы ходить уже научились. А, игра сплошные баги. Какой гемор, а? Ладно. Сейчас придется здесь что-то найти, чтобы открыть в кинотеатре проход. В кинотеатре мы найдем динамит, чтобы потом опять сюда вернуться. Так, да, вот здесь динамит нужен. Офигенно, ребят, это какой-то кошмар. Я забыл вообще, куда идти. Так, пойдем назад тогда. Где-то была решетка под ключом, я это помню. Прям отчетливо. Так, там, по-моему, нет. Сейчас назад вернемся. Так. Да-да-да-да, вот здесь где-то. Что-то было определенно. Я помню. Что-то здесь было. По-моему, вот здесь и была эта решетка закрытая. Так. Там что у нас? По-моему, вот она. Нет. Здесь. Алло, я потерялся. Подожди, это совсем назад. Нам не сюда. Ребята, извиняюсь, прям туплю. Вот теперь я туплю. Это уже некачественное прохождение. Я заблудился. Пойдем вниз. Убедимся, что там ничего нету. И как лохи пойдем назад. Где-то что-то мы упустили. Это факт. Здесь только динамит был. Или не динамит, что-то тут было, короче. Как же геморно, а? Бегать вот это и искать. Тут карту, блин, рисовать надо. Для таких уровней. Вот я вообще сейчас не понял, откуда я пришел. Ага, с дома пришел. Кафе это вообще-то. Так, у нас есть связка еще ключей, куда мы не ходили. Так. Так. Здесь что у нас? Просто текстуры. Окей. Тогда выходим на улицу. Здесь мы убили большого дядю. Еще, кстати, аптечка есть. Это радует. Так, здесь мы проломили. Пойдем тогда сюда зайдем. Наверное, зря я это сделал. Тут нет ничего. Так. Там мы убили этого кренделя. Так, тут... Ага, подожди, стоять. Тут эти были ящеры. Ублюдки, нам сюда не надо. А, как геморно. Ребята, я туплю жестко. Здесь ничего нет. Сейчас, походу, пойдем назад в музей. Возможно, там я опять что-то где-то протупил. Как всегда, не увидел. Раньше я был гораздо внимательней. Я не знаю, что сейчас произошло со мной. Возраст все-таки уже, как сказать, четвертый десяток пошел. Вот. Игры компьютерные уже напрягать начинают. Ладно, не буду себя вгонять в какой-то старческий, не знаю даже что. Короче, вот в эту вот всю канитель себя не буду я приписывать. Так, подожди, какой нахер динамит? Ну да, здесь динамит в натуре.
Так, значит, там прямая дорога в музей только. В кинотеатры. Точнее. А где они были? Да ёб твою мать! Что и где я упустил? Теперь я не могу найти, где этот вонючий кинотеатр. А, боже мой, извините меня за тупость. Так, вы, ребята, кстати, пишите в комментариях, что еще можно позаписывать, попроходить. У меня так-то есть еще список игр, которые бы я хотел показать вам, попроходить. И они довольно-таки, я бы так сказал, ностальгические. Ретро. Прямо у меня будет посвящаться, наверное, до Нового года я буду записывать ретро-игрушки. Сейчас мы Nightmare Creatures пройдем, я надеюсь. Потом параллельно я буду записывать свою любимую игрушку Дюнку. А потом параллельно я еще буду записывать... Не буду говорить что, но еще у меня есть, короче, в арсенале... Куча установленных игр, которые, блин, просто простаивают и занимают место в компьютере. Вот уж я любитель вот так, такой ерундой позаниматься. Накачать, наустанавливать игр, и они у меня годами потом стоят. А место занимается, не знаю, люблю я так делать. Хотя можно было бы непосредственно перед прохождением игры уже... установить. Нет, я люблю вот такие вот пути немножечко. Так. Меня интересует здесь мы. Зачем мы вообще приходили вот сюда в кинотеатр? О, кстати, тесак его завис. Так, давайте обойдем кресло. Может, где-то что-то здесь все-таки имеется. Есть какая-то лазейка, тайничок. Так, давай. О, ключ, ёб твою мать. Ну, блин, ну как так-то, а? Вот слепой в натуре старик, сука. А, извините меня, ребят, я это вырезать не буду. Пусть все посмотрят, на какой я идиот, блин, слепой. Тесак упал, кстати. Ключ подняли, тесак упал. Ай. Какую я там решетку искал? Ай, как... Ладно, все, короче, блин. Проехали. Сейчас у нас уже дорога только одна. Так, сзади нет, ничего нет. Вот это, конечно, я сейчас дал лохана. Я еще удивился, типа, нахера мы туда за вообще приходили, чтобы на противника посмотреть. Так, вот и динамит, ключ и записка. Я нашел сообщение Рэйчел. Ага. Она кое-что узнала. По ее словам, Краули планировал что-то дурное, привлекая ужасающие сверхъестественные силы. Краули. Городской сад рядом со статуей. Служил прикрытием для некоторых сторонников Краули. Рэйчел решила выяснить. Боясь за ее жизнь, я решил присоединиться к ней. Он, озвучка у него, как будто бы гайморитом чувак болеет, нос заложенный. Так, главное мне сейчас тут пердак свой не подпалить-то, а? Так. Отлично, у нас есть динамит. Ну что ж, ребят, мои поздравления. Возвращаемся назад. Оружия много у нас теперь. Можно время не терять на более таких суровых и сложных врагов. Так, надо выходить с этого кинотеатра. О-о-о! Давай-ка.
тебя вот так, потому что ты с тобой прям очень геморно сражаться. Вот реально. А их-то тут, кстати, не два. И не три. Вот так вот. Ты смотри, их много. Я вообще не помню, чтобы их так много было. Извини, чувак. Ну, безысходность. Вот это эпик. Так, смотри, у нас есть ключ и динамит. Ладно, ключ, возможно, пригодится за локацией после динамита где-то. А, какой же ты... Ты смотри, что творится. Хотел оружие использовать. Отвали нахер от меня. Львоподобная скотина. Так, подожди, сюда, да? Все. Ах, длинный уровень. Но вкусный. Своими приколюхами. И соперники сложные, вы, наверное, уже заметили, уровень сложности нагнетающий со временем. Так, вот здесь динамит был, это я помню. Ну, хотя бы что-то помню. Так, используем. Бах. Так, вот сейчас бы сохранение вообще не помешало бы. О-о-о, ублюдок этот. О, тихо. Подожди. Так, секунду. Тут просто кот мешается сильно. Давай, добей. А этот стоит, смотрит. Смотри, корка. Ха-ха. Блин, сейчас бы на большом бы жизни бы все не прохавать. О, там еще ублюдок вылез. Сколько же вас тут? Блин, не хочу я с тем бензопильщиком сражаться. О, тихо! Тихо! Ты чё такой дерзкий в натуре, а? Так, а можно я просто убегу? Спасибо. Отлично. Уж с ним сражаться сейчас с таким количеством ХП не особо-то хочется, если честно. Надеюсь, игра не забагает из-за этого кренделя. Так, здесь строительные леса. Надо как-то по ним забираться, я помню. Так, вот, кстати. Алло, возьми ты жизнь. Ты чё тупишь? Отлично. Половинка это уже что-то. Что такое? О! Иди сюда.
Давай, на беге, делаем, не тупим. А, сейчас враги затупили, короче, из-за этого. Ну ладно, я попробую дальше тогда попроходить. Вы там стойте, пока тупите. А я тут пока полазю, окей? Оу. Так, нет, про леса, наверное, я все-таки не прав был. Я потому что не вижу здесь больше куда идти. И еще можно. Нет. А я не знаю, ребят, куда идти. О! Заныкали. А я подберу. Так, ну теперь можно и с бензопильщиком пообщаться так-то. Где эта тварь? Вот и все. Теперь багов не должно. Так. Не, про леса я был прав. Отлично, полный почти ХП. Внизу там этот ублюдок остался. Так, сейчас главное нам прыжки свои продемонстрировать грамотные. Так, окей. Сюда. А здесь вот так. И лезем наверх. Я помню, что я по лесам точно лазил. По этим. О, кстати, полные жизни теперь будет. Вообще замечательно. Алло, возьми. Так, крыша. О, стоит ублюдок. Ну, здравствуй. Смотри, я хотел использовать... Ты посмотри, что творит, а. Уж больно такую скотину-то, а, на нее тратить. Вот и все. В принципе, ничего сложного и нету. Так, я думал, это будет фейл, если честно. Что такие? Противники все. Так, ну, мышка слабенькая, но неприятно было, да. Так, горение там. Раскаление, наколение, как я называл, я не помню уже. По-моему, наколение. Так, еще где-то одна абразивная скотина летает. Так, вот только куда мне теперь? Так, чувствую, попахивает концом уже уровня. Сюда? Нет. Ага. Да сдохни ты, заколебала летать. О, башка зато, смотри какая. Так, чё, в натуре туда что ли прыгать? Ну давай попробуем. Я тебя понял. Офигенно. Значит, не туда. А куда? Не, серьезно. О! Стоять. Я увидел куда. Блин, просрать целый континиус из-за вот этого вот. Ага, слов нет. Иди сюда. Подожди, а как к тебе? Ага. Сюда, да? Так, можно наверх. Отлично. А то я думал по карнизам прорываться. А я первее сейчас оказался, понял? Так, тут чё? Тут можно упасть? Можно упасть, да. Такой вот у нас паркур.
своеобразный. Даже не паркур, а руфинг. Когда по крышам гоняют. Это ж так называется вроде бы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да нет! А, слава богу! Я уже огорчиться успел. Когда уже уровень закончится? Мы уже довольно-таки долго с вами на запись мчимся. Так. Я не знаю, когда это выйдет, серия. Возможно, в этот же день записи, но я вернулся, получается, в субботу. Чё подобрал, хрен его знает. Сегодня воскресенье. А, сегодня понедельник, 16 число, ребят. Так, отсюда можно выбраться, да? Отлично. Так, видос я записываю в понедельник. Выложу я, наверное, его в среду, ребят. Так, на вас и не хочу я время тратить. Я чё, зря оружие столько насобирал, что ли? Так. Ага. Там кто-то стоит, да? А, там сохранение стоит. Вот это радостная новость. Можно сохраниться. Обидно, что континиус последний. И мы все континиусы потратили на всякую хрень. Типа, зависло, забагало, залагало. Это кошмар. Конечно. Так, тут никаких нету тайных у нас комнат. Так, шо в тачке? Компашка идиотов. Да блин, тебе надо голову-то всего лишь отрубить. Кстати, что так, что так, что пинок, что удар топором одинаково, по-моему, отнимают. А может и пинок и больше, что-то я не обратил внимания. Так, используем. Окей, сюда, значит. А, больше выходов никаких нет. А! Примите поздравления. А, все серьезно? Тогда нахер я ключ подобрал. Мы, в смысле, прошли уровень или чё? Я не понял. Я не помню, чтоб он так быстро закончился. Ну как быстро? А, все, ребят. Это мы уже увидим с вами в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, ребята, и пока-пока-пока.